Неудобство было в том, что постоянно при работе вот эти вот губки терялись. Друзья, всех приветствую. В этом видео речь пойдет про вот такие быстрозажимные струбцины в виде прищепок. Если вы собираетесь их покупать, китайские, у них есть кое-какие недостатки. Но в то же время и достоинства. Эти струбцины у меня достаточно давно, зарекомендовали себя с хорошей стороны, но у них есть вот недостаток. Смотрите, вот эти губки изначально вот никак не крепятся вот здесь, как на полноценных фирменных струбцинах. Что я сделал? Я взял просто-напросто вот в эти основания полуторамиллиметровым сверлом засверлился. Также вот сюда в губочки засверлился. Их установил вот на эти вот пластиковые крепления, которые здесь никак не крепятся, как вот в фирменных, опять же повторюсь. И болтиками вот просто вот сюда закрутил. Сейчас я вам покажу подробно. Вот. Раз, так вот, со всех сторон. Получилось все достаточно так неплохо, очень крепко, как в полноценных фирменных струбцинах, которые очень дорого стоят, вот, допустим, ирвиновские, да, или там какие-то еще там Милуоки, да, стоят очень дорого. 1000 рублей за одну штуку. А тут за пару 90 рублей вот я в свое время отдавал. Сейчас, наверное, рублей 100 стоят. Неудобство было в том, что постоянно при работе вот эти вот губки терялись. Опять же, повторюсь. Вот, сейчас они достаточно крепко уже закреплены с помощью болтиков. Вот такой лайфхак. Так что запомните, если будете покупать вот такого плана струбцины, дешманские, дешевые, да, то у них будет вот недостаток, связанный вот с этим креплением. На фирменных почему-то сразу предусмотрены винтики, на китайских нет. Ну и полезность этого инструмента, она неоспорима в том плане, что можно вот зажимать быстро, оперативно какие-либо материалы. Достаточно крепко схватывают они, ну, по-быстрому, если, чтобы не морочиться простой струбциной, там, винтовой. Тут раз так прижал, быстренько прихватил, как третья, четвертая рука, и все. И еще маленький лайфхак, вот хочу здесь объяснить. Смотрите, вот этот центральный винтик, если его сильно затянуть, то они очень тугие становятся. Вот смотрите, очень тугие. Если вам надо что-то крепко прихватить вот этими струбцинами, тогда подкрутите вот эти центральные винтики, чтобы вы знали. Не каждый знает. Просто многие говорят, ой, они такие слабенькие, такие хлипенькие. Нет, просто вот тут вот подтяните, и все. Вот это и есть регулировка. Вот видите, я со всей силы их жму, и они очень крепко схватывают. Вот. Конечно, их, вот смотрите, видите, я вот, вот так вот стягиваю. Вот, видите, тяжело. И вот смотрите, губки на месте остаются. Раньше без этого, без этих винтиков они вот так вот оставались вот здесь и терялись постоянно. Это очень неудобно, очень раздражало. А функционал вот этих прищепок очень такой существенный и важный для многих мастеров, кто понимает, да, очень выручает эта вещь. Так что обратите внимание вот на такой совет. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока!